Ну, вообще, национализм такая тема, знаете, националисты во Франции победили, потому что в свое время они не были поддержаны, и большинство приезжих во Францию людей, получивших гражданство, проголосовали за Оланд. Я там был, я в то время жил в Каннах, вот как раз и наблюдал за тем, кто радуется и как радуется. Это ярко видно и так далее. Но и я думаю, что да, это будет всегда. Но я вообще, честно говоря, не очень хочу говорить про национализм. Это достаточно злая и больная тема вообще, в принципе, потому что ни к чему хорошему это не приходит, его не приводит. И еще раз, будущее России в том, чтобы была межнациональная толерантность, чтобы мы все друг друга уважали и не было такого, там, ты кавказец или ты узбек и так далее. Чтобы мы не делились и не было такого неуважения к людям. Все мы люди. Я вырос в среде, в которой это было в Алма-Ате, в Казахстане. Мы не думали о том, кто казах, кто русский и так далее. Я всегда знал, да, что мои корни из России, я русский, но я также понимал, что Казахстан, казахи, они не враги. И были узбеки, и чеченцы. Вот в моем дворе жили все, и украинцы. И даже мы приходили в школу, было написано, столько-то человек русских, столько-то человек казахов, столько-то человек уйгур, там, и так далее. И мы все жили как одно общее, целое общество. И вот в этом сила. И когда разделяют властву, если мы будем делиться по национальности, мы все развалимся. Мы все развалимся, мы все развоюемся, а кому-то это очень нужно. Поэтому если мы сплотимся и будем друг друга уважать, а нас учили уважать старших, подниматься плечом к плечу, если на тебя нападают. Вот. И мы стояли все вместе. Возьмите, вот сейчас мы с Егором Кончаловским запускаем картину, когда несколько человек стоят за Москву, да? Когда несколько человек стоят за Москву, и в этой группе небольшой казахи, евреи, узбеки, киргизы, украинцы, русские, грузины, да? Это Панфиловская дивизия. И вы, наверное, слышали о том, как, ну, это яркое выражение. Отступать некуда, позади Москва. Да, это кричал Клочков. И вот как раз в этом и есть смысл победы, в том, что победили фашизм, когда собрались все вместе. И поляки тоже участвовали в том, чтобы бороться с фашизмом. И французы участвовали, да? Нельзя делиться. Надо объединяться. Надо объединяться всем нам, и в том числе. Украинцы должны понимать, что мы им не враги, а мы их любим, правда, и уважаем.